Всем привет, друзья! Мы в одном очень прекрасном, легендарном, знаменитом, сказочном оффроудном месте. Пришлось сюда вернуться по одному очень важному делу. Прибор у нас за сколько? Две с копейками зелени. С прибором приехали. С Юрой. Искать телефон чуть-чуть дешевле. Да, искать телефон. А там, блин, с информацией будет. Информация в телефоне, да. Да и телефон дорог мне, как память. Он был со мной в Танзании, он был со мной везде. В Литве. Да везде, короче, он был со мной. Почти везде, елки. Какая тут дорога стала, блин, вообще неровная. Да, и выпал он у нас. Завтра неделя. Где-то тут лежит он. А тут дождя, кстати, может и не было, посмотри. Что-то сильно сухо как-то. Ну, может, да. В общем, едем в это сказочное место в надежде его найти. Вот что-то у меня предчувствие, что он там лежит. Не знаю, сейчас посмотрим. Я по этой дороге еще не ехал. Сейчас мы максимально приблизимся туда. Сапоги не брали, кстати. Да, я тоже плохо помню. Да нет, там... можно обойти. Сейчас попробуем поискать. Не дает мне покоя его отсутствие. Может, кто-то у кого-то видел в Прилуках мой телефон. Там 150 гигов оффроудного фото и видео в нем. Может, кто-то, блин, давай, может, через болото лупанем, через низ или объедем. Много, да? Да, может, кто-то нашел, или кто-то знакомый нашел, кто-то слышал, видел. Nokia тоже была у меня давно. Samsung Galaxy S7 с разбитым экраном, светло-серым чехлом, потертым, таким уставшим. Ну, не уставшим, просто потертым цвет. Изменил он. Может, кто-то... Блин, тут дорога. Не, сейчас давай объедем. Тут мы ночью встретили Веталя, очень жесткого джипера. Он шел навстречу. Ладно, сейчас будем искать, все покажем. Так, мы тут уже в оффроуде практически. В этом знаменитом месте я почти по трассе еду. Лайтовый. Но это легче. Это легче, чем КРАС машина. Давай. Штурман говорит, режь вправо. Мы уже почти достигли места. Знаю, где потерял, но найти было сложно. А тут я знаю, что тут бросаю. Полностью на колесо, да. Я на колесо, колесом думал наехать. Блин, а спереди вообще жестко. Но опыт есть. Левее. Так, друзья, подожди, сейчас мы потихоньку, ну это не КРАС, тут полегче по-любому, кто-то нас вымет. Не, там вообще там. Да, проехали тут за много лет, джиперы накопали, накатали, нам надо вот сюда. Сейчас я в первое место пойду, которое я не посмотрел, когда мы его искали, а там я был. Вот тут все, это спецучасток. Где-то тут он должен лежать, если никто его не нашел. Отдайте, друзья, телефон за вознаграждение. Плачу любые деньги. Что, все красиво? Да, вот столы эти знаменитые. Все тут, спецучастки. РФС, все здесь было. Вот эти 56 тысяч гривен на розетке, да? Или сколько ты говорил? Да, 56. 56 на розетке. И что там? А ну давай, что там может? Может есть? Может найдем клад, блин, нафиг тут телефон вообще надо? Ну, нету ничего? Или грузится еще? Все. Сейчас я все-таки еще вытащу. А чтобы удобней, под любой рост, еще тащи, наверное. Ничего,
тут чисто. Давай что-то подожди, чтобы мы понимали, как это все выглядит. Ага, пищит нормально. А ну. Да, смотри, нормально. С какого расстояния берет. Слышишь, так мы можем откроем организацию по поиску, наверное. Если найдем, если будет удачная наша миссия сегодня. То есть даже с краю там где-то, короче, идем. Покажу, где он был первый, последний раз, когда я его видел, когда Андрюха его видел. Да, ты почти правильно ищешь. Только с той стороны дерева. Короче, я вот возле этого дерева стоял, снимал. И последний раз он был здесь. Нашел? То я ржал бы сейчас. Да нет, так не бывает. Хотя все может быть. Лопату мы не взяли, сапоги не взяли такие. Лопату не взяли, конечно, со золотом. Как туристы. Идем, вот возле этого пенька я пытался. Давай копать. Блин, слышь, это интересное занятие. Там канал есть на ютубе, все из-за металлокопа. И пацаны там нормально, нормальный контент пилят. Подписчиков раз в 5 у них больше, чем у меня. Короче, возле этого пенька я пробовал на него запрыгнуть. Вот тут посмотри. Ну, тут бы он сверху лежал. Мог улететь, да. Вот ближе. Смотри, вот я. Вот так я делал. Он мог вот туда где-то вылететь. Юра ищет. Что-то пищит, короче. Ну не оно, наверное. Не, давай вниз, тут не будет его. Или ты. А, ты клад ищешь попутно? Давай что-то из золота, может. Поставь на золото. Сейчас найдем. Блин, как люблю я эти места. Ёлки, там видео с горбуном, с бородачом. Друзья, спасайте. Подъезжайте на помощь. Давай будем смотреть по максимуму. Ну да. Это же могли копнуть его, понимаешь? Могли копнуть. Тут был переход мой по бревну. Все ждали экшена. Пошел, да? Оттуда я шел. Оттуда. Оттуда шел? Да. А телефон где был? Еще? В правом кармане. Там уже могло его тоже. Не, ну он, да могло уже не быть, это как вариант просто. Давай сейчас пойдем. Туда тоже надо идти. Пойдем на тот берег, да. Я пошел. Давай. Я снимаю, можешь мочить экшен. Блин, ты устойчивый такой. Да не. Прикинь, сейчас раз и там лежит, блин, возле бревна. Так, прибор хоть включен? А пищит иногда, да? Там трава глубокая на той стороне. Сейчас мы пойдем туда. Да. Так, это четвертый спецучасточек. Вот где-то, я думаю, что где-то он вот в этой глубокой траве, скорее всего. Ну или же где-то выпал ближе самой трассе. Ну тут тоже вот она проходила, это кусок уже в обратную сторону на финиш как шли. Хорошо пищит. В земле он не может быть. В траве только. Только в траве. Видите, тут такая трава, что... Нет, дерево это давно лежит под ним. Разве что с этой стороны? Нет, тут нету. Так, а вот тут тоже пробегал я возле спецучастка, но... Шансы тают на глазах, но еще шансы есть.
еще мы тут чуть-чуть это прошли. Ну, конечно, если не у кого-то дома он лежит, то тогда шансы есть. Сейчас пройдем все, где везде, где ходил, в принципе. Прибор четкий вообще. Все сразу видно, слышно. Что-то в земле пищит иногда, но то что-то не наше. Там где-то танк, Вадим говорил, есть. Сейчас еще танк. Если что, на танке отобьем тогда. Пойдем, сейчас танк найдем. Блин, первые находки, друзья. Я уже так обрадовался. Такой в правильном месте. Но Юра выбросил на поверхность. Хорошее, качественное пиво было. Оно боком ее захватило, да. Пеленгует очень четко. То есть тут, если он тут лежит, то мы его найдем в любом случае. Может, кстати, кто-то знает, как по имею, по другими способами вычислить телефон. Как-то люди находят свои телефоны по координатам. По имею, по Google аккаунту, еще почему-то. В общем, пишите, кто знает. Да, тут я бегал. Слышь, мы как алкоголики. По алкоголю специализируемся. Пиво было, теперь... Какая-то водочка нашли. Так, давай. Пропущу, да, я назад хочу. Где-то. Ну, как на бутылку четко реагирует. Что-то пищит, но не телефон. Не телефон, да. Нырять в болото. Там гвоздь может палки. Попробую еще раз. Далековато. Туда вряд ли долетел. Но тут может с края. А ну попробую. Нет, тут, наверное, какие-то запчасти от Нивы или от УАЗа. Может быть. Может, шаровые чьи-то. Где-то вода была. Слышь, не, вода ж выше, это все под водой было. Оттуда заходили, это все под водой. То есть, если даже где-то с краю, с берега скатился, то он только... Тут, да. То есть, в воду не лезем, не тратим время. Я думаю, что где-то здесь он должен быть, теоретически. Опять, наверное, пиво. Глубоко, да? Да, кто-то, наверное, наслаждается видео. Блин, и видео с оффроуда со вторника было тоже. Слизотрофи. Муравьи, думаешь, смотрят? Да не, я думаю, где-то в Прилуках кто-то смотрит. В домашней обстановке. Еще вот сюда вниз. А, и тут еще надо пройти тоже. Тут я где-то бегал. Тут трава-то такая не глубокая. Тут и визуально видно было. Там красивые кадры с этого. Слизотрофи. Ну и бородач там есть. И горбунчик. Все там, короче... Так, эксперимент сейчас будем проводить. Как работает прибор и сыщик Юра. А ну, вот в этой траве, может, я где-то выпал. Не? Удар какой-то. Не пищит, да? 10 копеек где-то здесь. Угу. Они, наверное, мелкие, сильно не пищит на них. Подожди. Давай еще эксперимент.
Оно выше на 10 копейками. Ага, видишь, выше не. Ближе надо. То есть в глубокой траве коронки зубные сложно найти. Надо близко опускать. Ну тоже, понимаешь, у тебя этот джин-джин-джин? Ну не, ну 10 копеек нашел. То есть можем 10 копеек найти, теоретически, конечно. Мы-то знали. Не, ну запищало, ну близко. На телефон высоко. Да, на пивные банки реагируют четко, а вообще аж пищит. Ну вот прямо мы на трассе, вот выход, который. Я говорю, даже если тут где-то я бежал за машиной и выпало, вон еще бутылочка. Мы как санитары тут можем работать. То где-то оно могли сверху проехать и зарыть его. Было более жидко, чем сегодня. Под бревном или над бревном. Не надо, это какой-то специфический. О, какая вещь классная, слышишь? Это... Офигеть, слышишь? Это от этого. Это может даже моя. Ты понял, что это? Красавчик, это нет, это же на это. Это на камеру крепить. Да, кстати. Сейчас покажу, друзья, что это. Вот тут Юра ее нашел. Нет, смотрите. На а, на трассе нашел? Где именно на трассе? Там, где ты думал, вот покопанным по вот этим. Смотрите, друзья, это крепление ставить. У меня на основной камере вот эта штука стоит сверху. Я вот в нее ставлю телефон. Вот сейчас, ну не видно, я вот показываю, как я ставлю. Вот сюда он зажимается, обычный зажимчик. И это фишечка, которая крепит телефон. Видите, даже такое нашли, она тут лежит давненько. Я не помню, терял, не терял. Одну гайку я такую терял, я точно помню. Но неважно, гайка как раз нужна. Ну все, уже дорогу отбили, Юр. Уже отбили дорогу. Пару шаклов, смотри, нормальные. Да, пару хороших шаклов, да. И этот. И блокировку нивовскую где-то, если в болоте найдем, то будем в плюсах реально. Что-то так, все, прячу. Нам лопаты не хватает. Прячу вещь. Золотишком уехали, да? Да. Что-то в земле далеко, да может золото с войны. Я думаю, там. Слышите, друзья, у кого есть лопата, подъезжайте, кто не занят. Мы тут на месте еще часок-другой будем ходить искать. Лопату не взяли, лошары. Ну, начинающие мы просто копатели. Пищит, блин, тут столько можно найти клад какой-то реальный. Так что у кого есть лопата или две, приезжайте, я думаю. Блин, интересное занятие, слышишь? Отец Павло раньше таким занимался, кстати. Там у него столько касок немецких, там много, короче, всего. Да, угу. Места, да? Да, да, знает места, надо Павла подключать. Юра вошел в азарт, ты же его хрен остановишь. Хоть бы до завтра в Киев вернуться. Ну, то, что понимаешь, ты мог стоять на горе, вот здесь. Ну. И он катится сюда с полком. Ну, мог, да. Теоретически, да. Да нет, где-то я бегал, где-то в движении он вылетел, потому что и не слышно, и сверху не видно. Ну, сейчас еще есть тут несколько мест, где мы не прошли. Ну, и по трассе не прошли в ту сторону. На Вайбере пишет, был в сети 4 мая, ну, тогда, когда потеряли. То есть, никто через Wi-Fi не включал его. Плохо Юра говорит, значит, ищем. Ну, сейчас пойдем еще по всем местам, где он может быть. Блин, лопаты не хватает. По его прибору, да, то глубоковато, но что-то типа понял такого интересного. Пистолет? Ну, не, ну прибор четкий, мы еще дилетанты просто. Может кто-то есть. Я не понял. Тут что-то лежит такое длинное, блядь. Что-то большое, да, полуось типа? Ага. Блин, интересно это затея вообще.
Вот, чтобы ты понимал, оно где-то вот здесь, вот и пошло. А глубину не показывает? Мы не знаем, как пользоваться, может, показало. Ну вот тут где-то на крыле оно мне показывает, что типа 12-19 сантиметров. Перегруз. Я понял. Перегруз. Ого! Какой-то что-то тут. Автомат, наверное. Лопату. Блин, лопату, может, привезут сейчас. Пищит хорошо, но далеко, да? Он тоже запищал на перегруз. Ступится. Что-то. Нашел. Алюминий. Алюминий? Да. Обалдеть. Перегруз запищала. Ну она очень близко, понял? Была, ну да, да. Незаметно. Да, не то. Что-то запищало. Ну что-то мелкое, да? Непонятно как оно запищало, понял? Ну вот у меня надежда была, да, что вот в этой глубокой где-то он и обежал, а он улетел. Ну, пока надежда тает на глазах. Ну, сейчас еще пройдем. А ну, только что пищало здесь. Не ж. Гвоздь в бревне. Где? Плавающая мышь. Угу. Поменяли дислокацию. Тут я ходил, обходил. Ну, вот в этом месте единственное, что последняя надежда. И больше. Баночка, да? Вот тут, Юра, вот это место вот. Воды было больше намного. Я перепрыгивал, может, в прыжке. Она и пищала. Да? Пищидная. Вот тут посмотри, вот. Больше всего надежды тает на глазах. Ну, будем искать по имейлу. Кто знает, еще раз напишите. Может, у кого-то есть. Копать? Нет. Да, да, я понял. Что-то пищит, ну. Аккуратно рукой поднимаю, это пищит. Может, танк тут. Не, не танк, да? Да. Что-то мелкое далеко. Нет, не понял. Где-то. А, может, еще вот тут в стороне быть. Ну я ближе переходил. Тут вряд ли. Так, спецучастки тут у нас 150 баллов. Лежат досточки. Пригодятся на следующий раз. Шансы тают на глазах. Короче, сейчас еще с той стороны контрольная проходка, но. Все-таки, наверное, лежит он у кого-то в прилуках дома.
теплой квартире. Судя по всему, потому что не видно. Так, подожди. Ну, тут где-то я переходил пару раз. А ну, иди тут сразу сканируй. Ну, это уже то ли когда искал, переходил. Уже когда его не было. Нет, дальше переходил. Вот там еще. Или тут. Вода упала сантиметров на 20-30, наверное. На 30 даже, может. Это все было водичка тут. Видите, как накопали, все видно хорошо. Да, так что, друзья, может, кто имеет возможность по имею поискать, только на вас одна надежда. Так, друзья, 10 копеек в этой куче не находит. Смотрите, а находит, видите, как пищит. А ну выше подними, выше еще подними. С какой высоты он? С какой высоты пищит? А так зашкаливает, да? И боком. Это эксперимент мы сделали. Телефон находит, конечно. Я думаю, что если бы он лежал, мы бы его нашли. В общем, еще раз повторю, вся надежда на вас, короче, так что будем пробовать по имею, может, где-то он выстрелит. Я на него набрал и сразу сбросил, было шумно, моторы тут все газовали, люди. Я набрал, сразу сбросил, где-то вот в этом месте я стоял. Ну, пытался визуально найти сначала, пробежался, где я ходил. Ну да, когда я так понял, что нету его, где-то тут я как раз, вот спецучасток я тут снимал, смотрю, где-то что-то не хватает. Я набрал, вызов, один гудок, думаю, сброшу, знаю, там заряда мало было. Сбросил, потом через время набрал 3 гудка, уже чуть тише было, но рядом нигде не зазвонило. И третий раз набрал, уже был выключен, то есть то ли сел, может, кто-то и нашел, выключил. Ну, все так, больше. Пока все, короче, поехали домой, погуляли в красивом месте. Всем спасибо, до встречи, пока. Блин, какие они хорошие люди. И видно, с чей телефон. И не отдали. Кто-то нашел 100%. Все прошарили по 2 раза уже.